Я хочу представить Татьяну Николаевну Немцан. Она является руководителем сельского общественного фонда «Акбата», который работает в Акмольской области в Казахстане. Я тоже живу в Акмольской области и очень рада вас видеть. Татьяна Николаевна, ответьте на вопрос, какие у вас ожидания и что вас волнует больше всего по повестке после 2015 года? Но как представителя сельского НПО меня прежде всего волнует развитие сельских территорий, потому что очень много стран, в которых сельские территории и сельская молодежь, это в основном 70-75%. Поэтому решение этих вопросов очень важно сегодня. Я думаю, что решение экологических вопросов села – это будущее обеспечения качественными продуктами и здоровья людей всех стран. Поэтому для меня важна экология, здоровье, развитие молодежи, детей сельских территорий. Каким вы представляете мир в 2030 году? Органичным, экологичным и честным.